Премьер-министр Алихан Смаилов встретился с руководством компании Honeywell. Стороны обсудили вопросы декарбонизации экономики и внедрения современных зеленых технологий в промышленность, а также данные компании, по запуску которых проектов в стране Казахстан остается самой привлекательной страной для инвестиций в Центральной Азии, сказал Алихан Смаилов. Он отметил, что этому способствуют реализуемые правительством меры по улучшению инвестиционного климата и правовой защите иностранного капитала.